Сильных редриков нету у нас в гильдии. А есть Расмус? Нет, Расмус. А тот, что, блядь, он рейды не ходит. В смысле, его не берут никогда. Дайте столик. Ебать, какой агрессивный. Или столик. Ой, какой тебе из двух столов? Деревянный. А если он будет... Перевернутый. Ну это ГП. Он монах, что ли? Ну почти. Монах, блядь. Ну что, левитировать будет? Будем как в мане на столике биться, ебать. Че, мы сегодня выиграем ХВК? Если не проиграем, то выиграем. Кстати, мне нужно будет обратно на сове вернуться в гильдию. Мне не понравилось ГГВП. А смотрите, выиграем все это. Да ты что? Да хули там состав бичевский, блядь. А вы здесь небо где, блядь? Там твинки, блядь, 2 недели назад я видел, что с синим шмотом были с быстрого старта, блядь. Рыбалки с меня не поменял, блядь. Кексит еще плюсанул. Пати, сейчас по минутку какую-нибудь за чайком все сходите, чтобы сейчас... А, пати на замену? Куда? Кексит, ну, просто в Дискорде там близко будь и тогда плюсанешь. Гости по сегодня нету что-то, кстати. Так, пойдем. Так, ну давайте бота... Кто-то хочет с ним погуляться, я могу его отключить в сервер, и вы этот, не можете уйти музыку слушать куда-нибудь. Выкинь меня куда-нибудь с ботом вместе. Тебя с ботом выкину сейчас. Да, я тебя выкину сейчас. Блядь, Дриш, ты заебал, смени транс. Чего вдруг-то? Да на тебя смотри, как страшно. Какой пиздатый. Пиздец вообще, блядь. Показай, как я танцую. Давай. Ты отойди, отойди маленько. С видос кинь. Как ты танцуешь на видосе, я видел. Опа. Сделай шапку, шапку еще. Так, а кто у нас там на замене помимо кексика сидит еще? Шова. Шова. Шова, Ипатый, этот новый ДКшка и Дот. Угу, все ок. У кого конь? Уберите коня. Дрища конь. Будем украшены. Понял. ГП, меня конем назвали. Ну конь не собака, блядь. Новый конь. Да. Я не сутулка. Да, у нас новый конь, теперь все, блядь. У нас нельзя разговаривать, бог. А то кто-то оскорбится. Тогда верните мне мои 100 ГП. Точнее, снимите их. Заберите себя. Не-не, не вернем. Я сейчас пиздец песню вспомнил, нахуй. Но вы мне скажете, что я, блядь, провоцирую. Эй, малая, я тебя кохаю. Это... Так, тихо, кохаю. Что у нас по рыбе? Давайте это. Рыба уже была. Ты так рыба. А, я уже поел, все, я уже поел, все, спокойно. Сердце полыхает. Все, давай, Дрищ. Ты секс, но не сегодня. Давайте соберите, сейчас уже это началось. Врубите стрим кто-нибудь, там просто человек. Давай, где-то фласточки, масло, все, это... На галстуки завязали. Давайте. Стрим нужно начать, этот рейд нужно начать. А пристобаф? Нет, пристобафа нет. Пристобаф нужен. Запустил. У нас минута. Так, Дон, ты у нас кто? Офстанк? Оптикс. Оптикс. А, коня поменяйте. Дон? А, ладно, пизду, не важно. Сейчас поменяю. Что-то, блядь, что-то какого-то бафа не хватает. У меня урона слишком мало. А ты можешь? Ты еще не бил. Кулак маленький, этот, не прокачанный. А кто дал такой кулак стрёмный? Я. Первый дом танч, правильно? А рыба исчезла, не? Не знаю, давай в центре. Поставлю сейчас. Возле трапа поставил, одна секунда у тебя. Хорошее место. Жить ли что? И подогреваться будет. Идеальный, не забывай. Нашу комнату. Истерию закинул. Не слушай, выходим, не косячим сексе. Вы в мелизоне, что ли? Нет.
А чё это у нас такое? Поет, подними флеши. Ясно. А я тебя не поднял. Всё, хорошо, подними Кару. А не, Кару жив, подними Сексика тогда. Да блин, сова! Ёбаный. На фреме стоите. Или забрать? 30, наверное. Ну, стаков 8 точно. Окей. ДПСа нет у нас. Навер, где 70 тысяч ДПСа? Да я лагал нас с пула. Типа я на хопе. Все понятно. Плащ купил, расслабился. Все понятно. Да. Неудивительно. Можешь забирать, в принципе. Дайте по мне, Боб. Ну там на меня Снобальд. Угу, я в него играю. Подойти прям как можно ближе к боссу. Вот, да, можно, наверное, еще, если не, не повернется. Отлично. Левайте черепочек. Черепочек играйте прям. А ты красный, я зеленая. Ну вот 17, что-то заебался. Реабилитировался. Первый урон. Зеленый играем. Да, есть игру. Ну, только это без бабы. Сними себе баф. Мелизону вплюнули. И флеш его оптик задали, понятно. Чти еще одну задувку я и идти размораживать. Мы все замерзли тут, да. Моба, задаунтите. Алмерия, в глыбу. Я станчу. Аркет, иди туда. Идеальный тоже. О, куда? А зачем? Да там же на меня шел. Да блять. Вот. Рейнджу набрали? Грамотно. Было уже 2 секунды. А, не, все хорошо. Флэш умер. Массейв. Ты 4 отдал. А, чекбомбу не лез него. Оптик, заберу этого и дальше потанчу. Лука вотрыш. Флеш. А, флеш. Тем на ману можно? А, да. Эллер, поставь тотем и спалин гимдай. Кинул метку, где появится. Чинка стоит. 60%, значит, мало урона. Поведу против часовой стрелки. Из-под леса ушли у него. Ренжу набрали? РДД, что у вас за херня? Затоит. Уже. Отвожу. Сейчас затовку будет, а то уже подальше стоите. На сторону Альянса переходим. Тенка. Чуть-чуть отложим. Под Альянс веди, который как фоду. Хорошо. Все сюда перетягивайтесь. Да, под первый щит Альянса. Все, добили, отлично. Ближе к фоду. Ближе. Ретрики Фридом готовьте. Я забрал боссу. Фридом, Абула. Далеко. Нас откинуло. На себя посмотрели, на оптик собежит. Черепочек. Под оптик собрались. Аккуратно, стоп, не режешься. Аспект где? Блядь. А как? Я тут что-то...
это все лагает? Зоркий. Он блинканулся, наверное. Стянитесь себе под щит, когда босс откидывается. Да, да, да. Кучнее, под щит прям. Под щит, да. Кучнее. Еще, еще, еще. На зорком. Эй, где спектр? Я включил. Вот сейчас вижу. Я просто головокружение не вижу во время стана. Да я его включаю просто под этот. Как отбегаю, но сейчас типа заранее дал, чтобы сейчас сбежали все. Все ближе подойдите, РДДшники. Повезло, что на кого-то ближе, но... Забежались. Че вы там стоите? Ну че за сложная тактика, что ли, под щит встать просто в одну точку? Дам сакру на задувку. Да, успеваем. Да, успеваем. Вы умрете. Повернулись, вся камера смотрит на кого? На зорком. Под щит бежит. Под щит прям бежит. Бурсты дали там, у кого остались? Последнюю. Если что, под баблом позорим. Массакру. Не, меня просто шотнуло сразу, первым ударом попал. Ридом. Сука, ебаная, блять, лаги. Это он один раз врезался? Да. Слушай, ну я не знаю, сколько ДПС там было в рейде, но вот у меня в фугареде два раза он врезался, и его добили. Вот так же, нолями. Берите ДПС на выходе? У меня, блядь, details нахуй меня посылают. 900 у тебя на выходе. Добивай оптик себе. Я его победил. А, там оптик дерется, думаю, промах, что это. Промах, ебать, промах. Мимо, нахуй. Давай, разъебывай. Все, пиздец. Прискорбно. Как яростно они не бились, чудовища, но... Тут АФК еще был. Можно не принимать КД, короче, и кикнуть просто оптикса и без него пойти. Нельзя. Все, хуйня, давай по новой. А можно я в Тестрика? А где мне вообще не дамажу? Да, тут типа Upper DD зона. Ну, 6900, это прям, конечно, все как-то странно. Да я, у тебя кубок был. Потому что он прожим сдержал. Ой, я знаю, что я еще хреново так бил, у меня кольцо не то стоит. Секси-тролль, у тебя кулак прокачанный? Да, прокачанный. Может, ты кулаки бафы будешь? Бафну. Давай. Рунбизер, какой его кулак? Все, давай, речей погнали. Или давай я дам. О. Тенка что не хватает. Все, дрищ. Приста? А уже... Не, вроде нету. Приста бафу. Добро пожаловать, герой. Запусти приста бафу, пойду. Что, у нас четвертой пати нихуя нет на ВПС? Калмерия у вас есть. О, заебись. Годлик на ныль.
4, 3, 2, 1. Вы молчите все, да? Да. Угу. Спасибо. Зачем вы ему сказали? А, забирай нам не снобль. Вам не было, дайте. Через мобиль запускает ли? Больше по снобальдам. Припода готовьте. 5, 4, 3, 2, 1. Вы раньше так держите. Это не ЧКП давать, что ли, ребят? Просто плевка. 7 человек просто. Подожди, сейчас болевать будет. Давай, разбрат. Задавайте сразу. На Эйлера бьет. ДД свичнули, смелики добили. Рожду набрали между собой. Т4 отдал, похиливайтесь. Вы умрете. Вы умрете. Эльдер, ты там нормально поставь. Смотрите, куда переходит. Ползет на центр. Из-под леса все ушли, кто там гуляет. Пойдем на щит Орды, который ближе ко входу. Отводишь назад. Сейчас бабло уже стоит. Бэрить? Да. Добивайте. Блять. Тонкий троллинг, блять. Под щит ближе подходите, кто там стоит, Алмерия. Блинкуйся сюда. Лужа там. Олег, давай быстро настакаем. Стакер закрыл. Под щит Орды вставайте. Кто будет дальше, чем деревянная эта хрень с фонариком стоять, я КП дам. На Алмерии. Повернули камеру, на себя смотрим. Отдельно стоит под флагом на выходе.
Девочкам нельзя ГП. Не понял. Сейчас бывай, пацаны, на первом боссе. Говоришь, одно делает хуйню. СПКЮР вчера не прошли первого босса. Ну и ладно. Я близко стою, продавай быстрее. Дал. Потемка. Под боссом, под щитом сразу. Ближе к боссу подходите. Втягивайте сразу. Фридом. Толспект. Под щитом ровно разбежались. Да. Там кто-то побегал. Двое сразу побегали. Пацаны, вы пиздец. Выведи. А что с боссом? Сейчас. Ну, просто рейндж большой. Пойдет плохо. Ну да, понимаю. Очень неудобно тут танчить. Приготовили фигу. Всем привет. 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 Захожу. Что там, места есть? Бьете уже, нет? Йо. Вайпаемся. Да, фридом под щит. Сбежались под щит. Нормально. Нормально, успеваем. По черепу разбежались, посмотрели на себя. Да? Без вайпа? Да, почти. Вайп. Один вайп. Вы вайпнулись? Ну, да. Свайпнулись, да. Блядь. Да, ты вообще лагаешь. Я базочка. Сверли с роли? Блядь. Серьезно, этот плащ падает. Ну, может, купил у тебя. Так, я на замене пока, да? Я пока уйдете, одевайтесь за сами пока. Да, да. Хорошо. Спасибо, Саня. Спасибо, что ты есть. Да. Я могу сейчас это самое. Ты пиздите сейчас, на замену посажу. Не надо. Как спасибо, там Саня. И. Спасибо, как, Саня. Как едушка хилит? Нормально все? Угу. И да, все, хорошо, справляешься, не обижают. Кони эти, блин. Меня, кстати, конем назвали сегодня. Я сейчас за ГП надо дать. Я не помню, кто, правда. Ты оскорбился? Ну, я не понял сначала. Постоим, посмотрим просто. Дон, получается 10к просто так тебе отдал. Все, а ты сейчас? Я крену сейчас. Да не, не надо, не надо. Наоборот. Типа, могли больше в ГП положить. Ладно, похуй, не критично. Убили, это главное. Все, похуй на да эти плащи. Да не, там мы насчет плаща, то что, типа, я вчера плащ... боешь забрал. Ну, да похуй на эти плащи. Гудлику 50 гп дали. Сука, не выебывайся, Невер. Ты меня месяц или есть не будешь, нахуй. Пол месяца. Ну, Ренбизи. Тебе из хаты выстрелят за неуплату ипотеки. Все в цвет. В коробке буду играть. Из-под холодильника, блядь. Блядь, много из-под стиралки. Кольцо, пожалуйста. Что-что? Кольцо линканик. А Кирасу, подожди, кто забрал? Кольцо линкануть? Да-да. Никто не забрал, оптик свободно распыл. А чё писикошка не берет себе этот крудак? Я забрал, я пытался, мне нужна. Агина, ты что сролил? Посмотри просто. Перчатки? Вот ты пытался. Ну, я вроде хотел ролить ее, я просто не понимаю, как здесь это делать. Просто ролл пишу. Ну, я кидал ролл, может, не на то. Ну, мне цена нужна. Смотри. Короче, линкуют шмотку, ты ролишь, и у тебя отображается свой ГП, и по приору отдают, если тебе приор позволяет. Ну, допустим, вот идти на вот, раз. Вот, да, только когда шмотку кидают на разрол. Вот, сейчас ролл, да? Еще раз. Сейчас ролль. Вот и все. Ленбризер, мне плохие новости. А, да? У него приор выше, чем твой.
кого? У Шовы? Так, у Нубизера. Ну, у любого, я бы сказал. Три, блядь, приор. А, дайте кулак по хантам. Не, ну сейчас я ему 250 сниму за эту шмотку. У него станет 4-7. Мне вообще пофигу, кто забирает. Так у тебя же кожаная, ты говорил, что с ней будешь ебашить, как боженька. Ну, такая нормальная. Ну, он... А чё с плащом-то? У него 45, это 58. Писюкошки плащ уходят. Хан, ты где? Когда там будет начинается? 60 секунд. В десятку и ВК, после ВК 25-ки можно сходить, завтра ребята к рожам будут. Мини-статик соберу, приходите, кто сможет. А Бол, ты там десятку хотел собрать? Он уже собрал. Ты собрал вторую десятку? Обезьяна. 300 ГП. Дайте ГП, Биону. Ворота свечнулись. Абул, главное скажи, что ты оскорбился. Пиздец, боль нахуй. Аж, блядь, дар речи потерял. Меня кто-то звал сейчас, да? Или я не послышалось? Польша в ворота играет, чё за хрень, очень так долго живут. Стой. Тут оставляй босса, там дозлили уши хреново. Надо оставлять. Но через лужу не идите просто. Поверну сейчас. Внимательно с метками над головой. Да, если демонов излежать, будет больше ДПСа. Что полагает, блядь? С демоном больше ДПСа? Нет. Мне можно спекаться? Инфернал, свичнились, вулкан. Бурсты отдали свои. 4 отдал. Быстрее вулкан залить. Под бетоной. Вот сейчас. Зоркий. Гудлика прохил. Я еще могу убить. Отлично. Ренбизер. Со стороны собой будут появляться, появились ворота. Осторожно, только не по лужам бегайте, ребят. Госпожу до сих пор не добили. На сейф нужно какой-нибудь. И спрингим на хп. Олег, тут сейчас две сокры и ты четыре мое. Очень много урона пройдет тут просто.
Ну, ты где? Кто у нас может забрать его? Ебать, это порка, который нахуй никому не усрался, походу. Мэр, или я буду фото? Начнем одевать? Я бы на фонта себе взял. Давайте с ног начнем. Кое-что не забираешь? А, забираешь, отлично. Подожди, а флеш у нас там? Еда... По мейну у нас. Флеш Хорикал одевает и хилит. Ну, блин. Что за метка стоит у него? Да, давайте придержимся правилам, ребят. Типа я бы еде на самом деле дал. Тут я бы еде бы дал, и да, мейн пропал. У него профу заточный подхватил. Э, бля, тут чё? А, тут бич. Ну, типа, тема, конечно, для демагогии, но, типа, я бы на самом деле здесь по справедливости поэтому правда еде. Да, согласен. Ты собаку или скубу вызвать? А, собаку, все собаку. Пояс. Ты никому скуба пояс может один скубу может цеплять. Дед бичу пояс, давай. Зажарились, что ли? Да он ты второй раз уже ролишь его. Дед бич ролил его. А, пояс, вижу. Подожди, его Рокси сролил. А, нет, Дэдбиш. Нет, Дэдбиш сролил. С чего вы взяли, что еда или у нас через неделю? Что это за бред? А кто такой Кихит? Этот, ты если отдал флеш, сплюсани, чтоб сняли с тебя ГП и прикинули. А, да я сниму с него, естественно. Паша, тебе это зачем? 1.5. Это на пул. Да, да, может. На пул хороший пух. Да не фигня. Не, он там бесит кошку, пускай забирает, если он ходит за наручками. Ну да. Ну, кстати, он идеально с одной ручкой. Ну, они больше, конечно, дают, нежели чем пика пока что. Кошку смутался, брать. Красавчик. Да, вот все. Ну, что там? Давайте, запущу. А, оптик запускай. Подходите все к доску. Что мне, лоу-левельный щит, да, надо взять? Да. Дайте пристававших, пожалуйста. Тебе шмотку передали, еда. Типа, сняли с флеша, а тебе дали ноги. Да, ну тебе сейчас тебе передал флеш или нет еще? Не щадите никого, герой Орды. Ну все. Слава Альянсу! Ой, лок смачно стоит. Угу. Годлик, поподробнее, пожалуйста. Опиши ситуацию мне. Что, на ГП жаловался? Нет. Тоже оскорбился. Все, Акаша залетит в гильдию. Ура! Кто? Кем он играть будет? Это с X3. А кем он играть будет? Вару нет. Ты 4 не снимай. Ретропалом. Не, он ретриков не любит. Он фуриком или ретриком будет все-таки? Так, рейд слева, я слева, оптик справа, еда флеша, лайт справа, к вам я позже приду. Оптик с щитом синеньким, или там, если есть какой-нибудь такой стрёмный. По контролю, Карл, контролишь дерево, и красноязычие тоже на него. Дрищ, контролишь мага. Гудлик, контролишь фонта. Алмерия, контролишь шамана, без метки. Сузак, контролишь приста, без метки. Зорки, на тебе будет рога. Идеальный тебе будет помогать. В принципе, идеальный так знает, что делать. Гриппа и Лока, сменяй его гриппа и табула. Рейд стоит там, где сейчас стоит Суза. Поставил на него звездочку. Сбежались, припоты пьем. По пулу, перед пулом. Давайте, блядь, в одну точку, но не кипите мозг. Давайте, все вместе, быстренько.
Пятикошка, кусок они снимаешь, А не надо им ничего снимать. Сурвом. Соло-таргет крипаем. Да конечно, соло-таргет крипаем. А пока не снимать? Да не снимай, так ты можешь. По контролям тэнка, чё, я что-то тебя расслышал, может? А нет, тебя не называл. Давай по паладину. По паладину, хорошо. Оптикс, твоя задача забрать на себя ДКшку и желательно паладина. Ну, либо ДКшку и вары, может быть, тоже. Я бы двух милишников. Або, если в рейд пойдут милишники, твой будет паладин, грипп оковы, ну и так далее. Все готовы, Тенка? Что у тебя там? Не, я просто спрашивал, поэтому я был не готов. Все, хорошо. Я такой правильный. Давайте ДБМ ставлю. Оптикс, ты гуляешь первый. 4, 3, потом я с тебя гриппаю. Пизда. Грипп. Ну, за мной куча бежит. Мазди, навар. Каз били? Паладин, вар, Маздина идут за вами все. Видите ко мне? Идеально. Кто следующий? Давайте рушим. Где мага? А, вот печенька, свечно здесь? Печенька? Да. Я отрейдал, уходи. Отгрипайте нам ближе к доскам. Психошка. Подогрип. Гудлик, на тебя вар идет. Трапу еще одну разливаю. Дайте БР, Войд. Кому? Дрейнер. ЛМ. О, ты где там? Вытащи какого-нибудь рогу. Раз и ВБ, закиньте в лужу. Там Фантовская лежит. Кому следующему играем? Дальше по черепу играем. Так, черепочек. Куда тебе рогу вытащить? Диспел мага. Из рейда, просто гриппа его. Гриппа и оковы, гриппа и оковы. Мага добили, печеньку? Да. Играем в рушку. Этого выгребу. Диспелла, больше диспелла по рушке. Ну отойдите от меня побыстрее. Все. У нас фильтр откинул. Стоматолога, где курс, пожалуйста. Красавчик, бля. Дрейнер, ты встал и умер? Угу. У нас диспелла нет, Исполин, тебе надо таргет наш диспелить. Полуния контроля дайте. Так я диспелю. Пока, да. Хорошо. Блин, не успел бежать. Больше контроль, раздавайте кару. Добейте. Ну, паладин, блин, я только его фернул. Он опять бежит. Дружка очень долго живет. Ну тут остался это на самом деле три хила и милишники. Кто следующий? Маздина. А Маздина, крестик. Быстрее, парушка, для миссии. Хилится сильно. Ну, идеально попробуем ближе ко мне зациклонить его и убежать от меня. Или переменяют таргет. Разбивай руку под ним. Дрич, за тобой бегает. Действительно кого-нибудь из локов, чтобы вот дерево подержать? Бэров нет больше.
А, нет уже. Да нет, есть, есть. Пучики. 30 000. Кого-нибудь, хотя бы Гудли, меня там. Кару решаю. Я выдержу. А, ты держишь, да? Я то есть смотрю, дерево надо прям хорошо-то хотать. Дерево там долго кастовало, всего много. Не шло. Вы умрете. Убегайте сейчас должен. Дал эльфийскую. Кару, убегай. Разливай еще одну трапу. Катите милищиков через трапу. Отвара бегать просто. За дрищом бегает. Поменял таргет. Эйлер. Кару. Чика Иннер по Эйлеру. Кару. Не спальте, робот. Парк еще грузит. Элики, отойдите. Морфир есть? Строкса. Угу. Морфира дайте в мини-зоне. Боб снимите. Сняли. Бать, как мы долго бьем их сегодня. Дальше вары, да. По рейду, по... Дальше кто у нас? Тика Бомбони. Медведя. Ретрик. Вара. Ретрика, Вара. Вара, давайте Вара сыграем. Вара играем. Да, они рядом стоят. Ретрик не опасен. Девать. Че, вы там упали? Не. Нет. Ты уже... А, Кара опять умер, что ли? Угу. У нас дрищ живой. Смотрим. Там интересно, сам, все тряпки полили. Ну, блин, фласку вроде выпиши, а толку от этого. Дайте попалу дизарм, если у кого есть сейчас. Сейчас он выйдет, зайдет. Он там дизарм. А что, много там осталось их убивать? Там испалили. Реально, за тобой бегает. Два милишника. А, и хилы, да? Угу. Ну да. Нормально. А, нет, три. Еще эта кашка там с оптиксом танцует. Зорки? Зорки всем. А. Там приз-то очухался. Он лагающий хочет. Мы разбежались в мини-зону. Дизайн не работает на него, да? Бля, ну чё так близко подбежал? Ну, работает, по-моему. Чё-то я дал, как ты... Ну, он без урпи крутился просто, ещё. Он как этот, король. Идеально, живи. Попробуй убежать, может, на меня. Бегите все от меня просто, ну, от этой стороны. Чё, замороты, это Ака, что ли? Да, это Ака. Пал на меня зашел. На ком он начал играть? Лок. Самый дефицитный класс. Кайф. Хороший парень, мужик. Не уёбывается. Дамбо. Не огрызается. То, как я. Не быдло. Как я. ДК к вам побежал. Ну давайте... Короче, мы как Саня.
Давайте Каиф уже добьем, а ДКшника по это кайтим немножко. По хила слишком много проходит, мы блядь, пробиваем их. Лужу отдам сейчас. Я сыграл бы в ДК после. А вчера сервер Морс был в РТ? Да, вчера РТ не было. Так что эти будут, магики грулы или нет? Да не, мы не собрали, мы пошли в ВК. Нет, в субботу у нас без РТ. Да, РТ у нас... Подожди, а, сегодня что у нас за день недели? А, сегодня воскресенье. Это, в пятницу, я имею в виду. Был там? Был. Ну, охота была, да? У меня проходки не было. Я ему кожан, это за план, я потом кожан соберу, блин. Кашника бегать. Что? Нам нужен второй ИВК или нет? Ну, можно, типа, если сейчас там Расмус там своих хотел какие-то потянуть 10 человек, тогда спокойно собираться будет второй рейд, но так как сейчас у нас люди доходят, смысла нет. Че, какие Расмус 10 человек? Ну, я писал в офицер. Я не помню. Там какие-то его сагильдийцы бывшие. Просто я думаю, лучше удариться максимум по Кражану, чем второй ВК открывать. Я просто могу два рейда Кражана собрать. Ну, либо всем, всем людям по очереди тогда ходить. В ВК. Как мы играем? Давайте Драгара еще доиграем, и все, а потом по ДКшник, да. А этого дерева контролем, косты по максимуму кикаем шаману. Мне, бля, главное тактики там получить, посмотреть, что там вообще творится. Ну, если я расскажу, я тебе расскажу сам. Что ты говоришь? Говорит, возьми меня, отец, я все тебе расскажу. Так, вот, о, скоро же, ёпта. Надо сейчас. РТ, мы одну неделю тогда прогуливаем, да? Да. Ну там чисто по роллу можно сходить. Без ИПГП всякой херни. И без сброса ИП, соответственно, будет у нас. Просто одну неделю не трогаем, да и все. Хронвизор будет собирать этот лагающий рейд. Да, надо всех лагающих, вечно вылетающих там. Все к нему. Все. Так фактом то, что комиссируйте лагает. Да-да. Я, говорит, не лагаю. Все, дальше контролим дерево, играем по ДКшке, потом убиваем дерево, потом убиваем последнего ретрика. Ну, бля. Чего тут близко? Ну, Оптикс, ну это твой косяк. По-любому. Мог бы ему показать что-нибудь неприличное, может быть, он с тобой остался. Это ж паладин. Вы как паладин друг друга должны там понимать вообще хорошо. Не знаю, в чем у вас проблема. Увидите босса? Вот этого вот пала. Ну, Исполина бежит. Исполин.
Молодец. Кто-то из ретриков или кто там бопом удал? Прям скилл почел. Я знаю. Все, пиздец. Главное, не этот, гордыню не поймай. Не спальте. Давайте мы в ретрика доиграем туда уже. Пока это стоит все равно в контроле. Микрофил, что ли, вообще? Че, не пойму, идеально без формы, что ли, хилит? Да. Это новая мета. А, что? Чтобы сразу все это давать. Тучку. Не, ну он контроль создает, просто бегает еще помимо хила. Ну, он здесь хорошо прям отыгрывает. Дон, ты че молчишь? Сразу видно, человек пвпшер. Дон, ну, ТФК ставить, блядь. Дисперсия, это парашют. Дон делает вид, что он с нами, он там чай пьет. По-любому чай пьет. С коньячком. Правой ногой играет просто и смотрит на все это дело. Травяной. Чебрец. Ебать мы спать нахуй легко. Чебрец, лаванда, мята. Чебурек с лавандой и мятой? Угу. Нормально. Не слышал новый хит. Умрете. Ты живешь там богато. Вы умрете. Там, кстати, вторая гера и все БР должны были откатиться. Да все, ты уже откатился уже, вчера еще. Мы сколько бьем? Минут 20 уже? Ну, получается. Ну, уже эти БР откатились, блин. Пиздец, 16 минут бьем босса. Я за бой, по-моему, 4 сакры дал. Т4. Слушай, да ничего не сравнится. А если он сейчас в берсу войдет и будет захиливаться просто на пол? А ЕП больше дадут? Нет. А что тогда они валяются все? Могли бы умереть и все убить заново. Бесплатная АФК. Можно было башенки там вышить. Башенки, знаете, что? Я уже начинаю задеваться, Алексей, ты смотри. Чё начнёшь? Раздеваться? Ты меня задеваешь этими фразами. Я скриншот твоего войса сделал. Чё, топор упал? Да. Не этот, пока не вставайте никто. Все, можете вставать. Сейчас как раз проверим, кто ФК. Баллов, топора, блин. Что там за ремень? Где-то спалить. Ну вон есть тех, кто давайте кому-нибудь оптикс нужен. Да ну опять тратит это. Ну вот, смотри, кстати, вот штаны можно отдать. В эту кару да и выглядит такой же. Даже просто там лучше. Слышь, Дон, вот тебе штаны для флеша. На успех более чем сойдут. Прям очень приятно. Но он их брать не хочет. А где рыба? А все же, раньше надо было. Запустил тотем. Тотем убери. Чепоски 9 минут. Ебать, на туле. Не, ну на один пул хватит. Оптикс, держишь. Белый, черным с белой этой штукой, Абуа справа, кто у нас еще и с танками? Ренбрейзер, давай ты, наверное.
и секси. Переодевайте все, что есть там. дайте приставку, пожалуйста. Секси сзади, ренбрейзер справа, ой, слева, абула справа. Если кто-то что-то не знает, сразу спросите. Абула, ты знаешь, что делать? Перки ловить. Приставку дать. Вот приблизительно на вот таком расстоянии. То есть, либо вот зона ответственности отсюда и вот до отсюда. Ну, даже, блядь, я доски, наверное, много кинул, вот так где-то. То есть, вот это место тебе основное место. То есть, тебе бежать вот сюда, блядь, не надо. До центра. Так. Только радиан в развернутом угле. Я посмотрел эту хрень, блядь. Все, что там, Донт? Как у тебя дела? Там еще есть. Сколько миллиграмм содержит килограмм? Их. Речина готовность на пол. Содержит миллион. 10/6. Чикабомбони, Донт. Суза. Да на нем кулак есть. Кекси туда скупает. Суза. Что не хватает? Сузе все хватает, по-моему. Да. Суза, плюс-минус хотя бы в чат поставь, что ты живой. Все, го, нормально. Давай ДБМ. Точку встали. Ромбик. Сука, там скажется две. Две. Став. Ебать, я бы мэмя, пиздец, слабоёб. Ну ладно, хуй. А я с собакой. Идеально, не подними его. Берешь меня потом. Взяли белую, бьем черную. Вы черную ловим? Да-да-да, вы черную ловите. Да, вы черную ловите. Больше ДПС обрусты дали? Все, можно добивать каст. Переходим сейчас прям. Ну, ты какой-то сегодня на спидах. Он в медленном рейде был. Он другой чуечек пил. Что не так? Все хорошо, наверное. Гиперактив. Так, Оптикс, ты другой тонешь. А, это я с тебя, ты боже мой, ты ярко сечу. Поднимите Войд Зоркова. Поменялись. В белую играем. А какой метод? Больше ДПСа забили. Давайте подъем пока. Ловит сферы. Давайте переходить вот прям белые, сейчас. Белые, по-моему, вообще сфер, все сферы ловят. Поднимаю. Мне надо сейчас черную взять. Да. Да. Черный, черный, черный. Стоим. С черной воронкой танки прожмитесь. Здесь сейчас танка ты ж кидаешь на две. Ну я перед этим, перед кастом обновляю. Хорошо, да, правильно. А чека есть по сути ПР? Ты тут, Дон, походу, сам можешь танчить и все. Светлую взяли, ворон?
Танки просто прожмитесь. Ловите черные. Экзекутка, морде будем переводить. Им бьем 17 убить должны. Ну и кто сказал, что ММ не дамажит, блять? Я? Ну... 19 тысяч, это не урон здесь. Ну, блять. Добьем, все. 28 было бы. Где пригород, я ебал? Где пояс? Ну все, самое сложное было. Давайте, что тут у нас, чаша. Которая нафиг никому не нужна, походу. Интересно. Ну, да, мне тогда. А нафига на тебе? Валяется. Брать, не брать, или может Ануба сейчас упадет. Ну, проблема в том, что Ануба еще убить надо. Да. Че, Берн надо вызывать? Ну да. Кого убираем? Ну кому шмот с Ануба не надо, кого убираем. Ну да. Да, второго, наверное. Дрифт. Он тебя ничего не заберет. Дрифт ничего не заберет. Ну, экспу получит на пуле, хотя... Кстати, надо в сурва спекнуться, пока не забыл. Против Альянса не выстоять даже самым сильным прислужником Светрика. Все славьте наших героев. Так, я тут, если что. Здорово. Не в Хила или в Редрика, да? В Редрика. Вой, ты собрал там блоки свои? Вы по 10 раз в день спрашиваете. Я же говорил, что Толгород я. Ну давай. Тебе по сути только две тринки осталось все, да? Да, там тринки. Ну кольцо еще, тапки с рубью тоже. Шея. Mm-hmm. Ну три вот этих кольцо, тапки, шея и две тринки. Окей. Okay.